Здравствуйте. Фиолетовая белка с иероглифами что-то опять натворила, а именно игру. Вот это. Ноль. Вам, небось, стало интересно, как это переводится? Синкасен. Синкасен. Думаю, после перевода стало понятно, что сейчас будет. Полный синкасен. Да, мы просто в путешествии на поезде. Тут, что в этом такое? Можно чесать за пузико детей? А зачем люди, когда с детьми какают, друг на друга смотрят? Я хочу посмотреть. Уроки йоги от бабули. Бабуль, ты геолокацию забыла выключить. Так, но здесь очень много туалетов. Это не может не радовать. Знатно какать будем, я так понимаю. Обещают что-то страшное. Мы на 7-м вагоне. Если вы видите аномалию, идите назад. Это как выход 8, там, вот эта игрушка, да, я так понимаю? Какой миленький, поет. Слушайте, а я солидно выгляжу, у меня каблучки, макияж. Я на свидание иду. Это считается аномалией? У него лысина. Моя задача просто идти и просто искать. А в туалет обязательно заглядывать каждый раз? Я хочу, чтобы кто-то какал здесь. Зачем столько туалетов? Инструкция, как спасти свой дом, если он плывет, горит. Просто обмочите его. Да здесь нет никаких аномалий. Я здесь единственная аномалия. О! Конничо! Конничо! В чем дело? У меня все нормально. Конничо! Понимаешь меня? Это означает то, что вы здесь, чтобы играть в игру. Какую игру, малой? Я еду! Отдыхать! Она, кажется, не открывает глаза. А это считается аномалией? А, так ты же, поэтому ты не можешь открыть глаза. Она, точнее. Ну вы что, ну у вас же такие глаза. Ай, знаете ли правила игры? Да какие игры? Я не знаю, я не в игре. Правила простые, если увидели что-то в поезде, вернитесь. Я тебя увидел, я пойду. Можно? В зоне туалета аномалий нет. Обычно там такие аномалии. Ты бы знал. Игра кальмара, что ли? Когда печеньку лизать? Я вот в зоопарк с аномалиями поиграл, и теперь вот эти аномалии меня постоянно теперь ходят за мной везде. Когда будет игра, найди вход. Хочу войти куда-нибудь. Не нравится мне это все. Еда. Это все мне? Кушать? Я не хочу мужчин есть. Все понятно. Что вам непонятно? Все ясно здесь написано. Поставь лайк, пожалуйста. Перевод. Вот это они дают, конечно. Люблю все эти японо-мама штучки. Куча дошираков считается аномалией. Я их даже съесть не могу. Кролик. Ну я надеюсь, это не он, да? Ну это явно аномалия. Кто-то хотел поспать. Ну где я повернул не туда? Что за поезд такой? Я теперь не представляю, что за поезд, в котором только вагонов. У вас ботинки классные. А вы вообще куда едете? Нет? Ну, Москва, Владивосток? Какой-то движ здесь. О, дверь открылась. Спасибо. Я пошел. Обслуживание на 100%, между прочим. А, ну, это же не аномалия, это же просто женщина. Женщина же не считается аномалией. Правильно я понимаю? Во, не считается. О, мужчина проснулся наконец-то. С добрым утром. Вы меня видите? Как говорится, попоиздим. Ну, не спит он, ну и что? Ну, это не аномалия, между прочим. Это аномалия! Люди не спящие, это аномалия. Эти ваши японские приколы. Вот это окно с маникюром. Ну, руки бабки, если честно, какой-то. Реклама маникюра, чего мне нравится. Окно ручной работы? Сидений нету. Экономия. Эконом-класс, чего вы хотели? В комфорте там бутылка, чтобы сидеть. Я пойду. Вот что значит сэкономили. Спрятался. А где, а вторая часть есть у тебя? Подпольный чел. Лежит, отдыхает, моргает, улыбается. Слушай, если попить надо, зови, я приду. Не грусти там. Безбилетник чистый. И вагона осталось. Женщина с плаката. А как вы это сделали? Здесь где-то 3D принтер есть. 3D женщина. А извините, я могу так с любой вещью сделать? То есть распечатать можно все что угодно, правильно? Я однажды жопу на принтер положил. Эффекта не было. Ну, у меня второй жопы нету. Ходишь по поезду. Я чувствую себя этим. Вот это вот. Попрошайкинс. Дайте денег, плиз. Аниме. Явно аномалия. С петухом, кстати. Конничуа. А где я вообще? О! Почему я в черной комнате? Кот! Там кот! Да не бойся, это я. Ну, не узнал. Купи кот. Купишь что? Да я вроде не планировал кота-то покупать. Ну, я ж по тебе вижу. Ты же любишь в игрушки играть. А вот это считается? Ой, Шерстяной, ну ты даешь! Держи, это тебе! Тебе нужнее! Я вообще-то тебе про компьютерные игры! В Steam сейчас стартует весенняя распродажа. Она в самом разгаре, успевай купить игры по огромным скидкам. И в этом тебе поможет Купи-код. Моментальный сервис для пополнения своего кошелька в Steam. Быстро, просто и безопасно, ведь тебе нужно ввести только логин. И промокод LAMBA, он тебе снизит комиссию на 2%. Пополнить кошелек вы можете рубля, тенге на любые регионы. Если ты зарегистрируешь прямо сейчас на сервис,
сервисе, то ты получишь кэшбэк на каждое свое пополнение и покупку. Участвуй в Купилиарде и получай билеты за покупки на Купикод и получай эти прекрасные призы. Игры, которые вы хотите, но они недоступны в России, здесь вы тоже их можете купить. Покупая игру, она просто падает вам на аккаунт гифтом, подарком, и вы спокойно играете в любимую вами игру. Ссылочка на Купикод и промокоды в описании и в закрепленном комментарии. Ой, Купикод, спасибо тебе за промокоды, что бы я без тебя делал? Мы все любим халяву! Запомни! Дискордики ворчать я не буду, а на Купикод заходи. Шикалака, шикалака, бум-бум-бум. Ноль, зиро, очко, бублик, котик. У меня больше нет ассоциаций. Все, у нас сейчас остановка наша будет. Семь, отлично. А чё я не увидел? Опять кто-нибудь под сиденьями сидел. Может, у тебя трусы в горошек, это аномалия? Снимай штаны. Котик с глазками. Ну, вроде да, следит за мной. Это когда ты у него говно не убрал водки. Иди убирай давай, чё сидишь? Должна включиться жесткая внимательность. Язык пантеры и хвост гиббона. Ну, с последним перебрал, конечно. Я уже начинаю в себе сомневаться, во всем сомневаться. Что я вижу, что я ем. Как я живу и вообще кто я. О, до свидания. Снова здесь, да? Ты фиксиков так не найдешь. Так не работает. Там нет фиксиков. Может, он крошки, кстати, подбирает. Кушать хочется. Я бы понямал бы. А где Маой, кстати? Здесь малыш был. Это он, наверное, этим занимается. Каждый следующий вагон, он вот делает все вот эти движения. Перестановки, мусори. Вот Маому делать нечего. Fortnite бы лучше пошел играть. Ноль. Зиро. Сюда. О-о-о. А мы приехали, да? Типа мы подъезжаем. Или это аномалия? Ну, типа мы на подъезде уже. Ну, в смысле, подъезжаем. Подъезд это другая тема. Если это не аномалия, я побрею тебя на лысо. О, выход. Наконец-то. Наконец-то мы доехали. А сидя нельзя было поездить? Так, мне флешку в лицо кинули, и я... О, ты какал, красавец. Чё, я подглядывал? А, нет, стоп. Похож, ты справился, спасибо. Я старался. Просто я достану. Вот это ты сейчас сказал, но ничего не понял. Вы только на полпути. В смысле, там еще 51 вагон, по-твоему? Когда вы обнаружите аномалию, вместо того, чтобы идти, идите вперед. Увидимся в машине 0. Машины, это по-твоему... А, ну типа вагон машины. Ну ладно, какай, я пошел. Какаешь? А сейчас? Я уточнял, вдруг... А здесь кто-то еще какает? А, это премиум класс. Сюда, теперь у меня премиум движ. Кенита Пэт играет. Видос, если что, не видели по Кенита Пэт, смотрите. У меня есть такая движуха. Ходит женщина тут, вкусняхи возит. Считается аномалией? Она из этих. Люди X. Ты как кошечка, типа. Мяу. О, дед. А мы здесь конкурс звуков каких-то устраиваем. Вы человек? С какой стороны смотреть? Вообще да, я не знаю. Вот и неопределенность, конечно, у меня. На тебе костюм. А призраки типа в трусиках гоняют? Да хватит издавать такие звуки, ну у меня... Мне страшно. Это странно. Ты ведешь себя не так, как другие. Как кто именно? Как тот кот на плакате? Как долго здесь? Слушай, я недолго, а... По тебе вижу с детства, да, здесь тусуешься? Выйти не можешь. 84 года ты здесь. Вот это реальный поездец. Я устал. Давай, дед, отдыхай. Давай, спокойной ночи. А, ты здесь уснул, да? Ну, отлично, в принципе. Я надеюсь, я сейчас буду ходить, и ты будешь здесь спать, правильно я понимаю? Давай, дедуль. Спокойной ночи. День. Я джентльмен, проходите. Проходите. Коничуа! Не понимает. То есть, эта женщина с зеленым глазом, это нормально. Вы в доту? Чё она играет вообще? Булочки, снэкс. Снэкс это... Будильник звенит какой-то. Снэкс это... Вкусняшки типа. Ну, не другое. Ну, не... Там кто-то шипел на меня сейчас. Так, у вас нормально? Нет второго носа? Третьей жопы? Все в порядке? Что это? Стеклянный мужчина? Подмышки показывает. Да нет, спасибо, не хочу. Не хотите присоединиться? Челлендж по нюханию подмышек. А вам говорили, компьютер доводит вот до этого. Сказали же, вот, ну вот, предупреждали же. А, не у нее одной такой. Свет вырви глаз, как говорится, да? Глаз наточен. Дед, глаз не оторвать, да, от него? Люди бревна. Как вам такое? Мистер Dead Inside, что случилось? Нет. Как думаешь, мы когда-нибудь выберемся отсюда живыми? Конечно. Пойдем со мной, я тебя выведу. Три точки, нате! Вот когда сказали, что ты реальное дерево. Мужик, как ты вообще, ну вот в дуб-то? Ай, ну ты реально бревной. Земля еще здесь. Земля в иллюминаторе. Смешнишно. Ой, я маленький очень. Тут все маленькое. О, я себя вижу. Я женщина? Она уменьшается. Я хочу успеть. Я сейчас провалюсь, да, я так понимаю?
Все проваливается. Я в болоте. Фуф. Почему заново? Что я сделал не так? Меня в конце засосало? Иди, куда глаза глядят. Давай. Я не мог сдержаться, извините. Vape Nation заказывали. В самолете курить запрещено. Vape Nation. Раскумарчик. Что за звуки? Куда летим? Ой-ой-ой. А Боба? Меня какая-то штука слопала. О, он встал наконец-то. Вау. Ты ударил меня, что ли? Ну, немножко. А как пройти надо было? Он меня испугал. Гарри Поттер насмотрелся. Он же этот, Снейк. Ну ты змеюка. Меня сбили. Просто коляской. Она просто разогналась и просто влетела в меня. Вот это аномалия считается? Но это по сути инопланетяне прилетают, вырезают вот эту штуку. А, о, ого. Она следит за мной. У меня в башке GoPro. А вот так будете следить за мной? Четвертый, сюда, давайте. А если женщины нету, это же не аномалия. Или аномалия. О, последний вагончик. Так, Майнкрафт здесь не шпилят. Она стоит там, она сейчас стартанет на меня. Она стартует? Летит? Не получилось. Боулинг она решила здесь поиграть. Меня тут не жалко. Дед, я дошел. Ты где? Дед. А? Выход. Во, все, можно кнопочку жмать. Рэпс. Мы останавливаемся? Все вышли, а я? А, ну они все на выход пошли. Пойдемте на выход. Крайняя проверка, как и... О, кровать! Чё мне никто не сказал? Седьмой, наконец-то! А, я за женщин... Глаза открылись! Тебе удалось нажать на тормоз и все остановить? Я да, такой красавчик чисто. Я не помню, как я садилась в этот поезд. Я видел твоего брата. Давайте найдем его. Ну пошли. Разве нам не следует подумать о том, как навсегда положить конец этому кошмару? Да я и не против. Пойдем, может, уже? Я видел это в аниме или где-то в другом роде. Аниме любишь, значит. По тебе не скажешь. Они разорвали петлю, заставив двух человек очень быстро бежать в противоположном направлении. Давай, побежали уже. А малой-то в туалете был? Откройте! Я все это время мечтал в туалет заглянуть, ну хоть сейчас хотя бы. Ну показывайте, что у вас тут. Что это такое? Что это за женщины? У нее швабра на голове. А с каких пор швабры на голове носят? А, я застряль. Пугать зачем было? Ой-ой-ой. Тут повороты эти начались. Крутые. Женщина швабра, извините. Узкие проходики остались. Нет, я уменьшаюсь. Дайте пройти. Кнопка. Мы приехали куда-то. Все закончилось? О, мы подъезжаем куда-то. Малой, я смог. Искра буря безумия. Науки. У тебя все окей? Сейчас в порядке, мистер. Ты хочешь пойти с нами? Свидание втроем. Не, а где согласие? Еще не твое время. Ты одна из них, что ли? Кажется, я знаю, что с нами случилось. Амета Кудасай? Я слышал. У нас все будет хорошо. Сайонара, бой. Сайонара. Это я знаю. Конничива. Пока. Давайте, всем пока. В смысле, я в поезде остался? В смысле, я в поезде остался? Где я проснулся? А, это галюны были. Спасибо, дед.